Привет! Всех приветствуем на своем марафоне. Марафон здоровья. Сегодня 70-й день моего похождения. Вот. 10 тысяч шагов — это как бы уже норма. Иногда 5-15 тысяч. Я как бы уже в километры перевела. 10 километров — это ого-го для меня. Но вчера вот я говорила, что уже 10 километров прошла. А потом, после того, как сняла видео, так, надо было вернуться с маленькой дорожки на большую. Но я решила пойти за девушкой. Вроде бы девушка знакомая. Ну, в общем, она потом неизвестно куда повернула. Я находилась столько, что уже к дому подходя, уже чувствую, что так, это тяжело идти, ноги болят. Вот, а потом еще вспоминаю, что лифт не работает. На 9-й этаж надо идти. Но ничего. Как-то без последствий. Ноги все равно не болели. Вот. Сегодня 70 дней. Как всегда говорю, присоединяйтесь. Вот. Делайте свою жизнь более насыщенной. Вот. А вот посмотрите, она только ходьба, но жизнь более станет насыщенной. Это точно 100%. У вас захочется что-то поменять еще в этой жизни. Вот, что-то еще сделать. Так что присоединяйтесь. Вот, разговорный марафон сегодня отменяется. Я решила поменьше разговаривать. Нет, я решила учиться кратко доносить свои мысли. О, не знаю, это у меня. Я учусь просто разговаривать, а как кратко доносить? Вот. Ну, здесь просто я уже выхожу, много уже люди идут, тоже с прогулок. Ну да, чуть раньше было. Увидимся.